Ты взялась? У тебя раньше не видел. Нам сейчас нужно держаться вместе, как одна семья. А все одна должна. Их дело плавать, наше ждать. Хотите водки? Да-да. Наш сосед, он работает на фабрике, ну, на этой, на лососевой. Он сказал, что им сегодня не привезли корма. И что судно не пустили. И что в море какая-то авария. Я не верю. Нет. Они там уже 4 дня лежат. Их можно не ждать. Нет, нет, убейте меня тоже! Я не хочу жить! Нам нужна война. Иначе мы... Неужели такой чужой был? Вижу, и тебя накрыло. Не давайте ей спичек. Хотя бы первое время.